Вот, ну я, мне надо его сначала порезать на куски, а потом можно будет и выложить. Да. Так. Это что вообще такое? Почему у меня только одна? Так, ну вот это вот мы уже делали. А, стоп. А, вот, все, я понял, я понял, я понял, я понял. Нам нужна вот эта стенка. Я понял, я понял, я понял. А че вот эти? Интересно. Где-то ошибся. Плюсов собрано. В смысле плюсов собрано? Вот этих вот с доп. Лекций. 4, по-моему. Ну ты вы что, издеваетесь, что ли? Так, сейчас. А при загрузке отображается сколько пазлов и число типа плюс 4 без понятия. Я включал последний раз игру 14 часов назад, когда стрим включал. Поэтому загрузки... А, это-то... А, не, не скажу, не знаю. Ладно, давай посмотрим. Плюс 10. Да, одна сломанная. Все, сейчас. Так она куда сломанная? Скорее всего, она сломанная. Вот так вот она была, наверное. А, и там вот тоже она сломана. Да? Еще одна. Две сломанных ветки. Сломанная одна вот здесь, сломанная одна вот здесь. О! Ой, там еще одна. Сейчас надо будет отражать. Может, остановимся?
Ну какие загадки, так и проходятся. Они же остались несложные вообще. Наверное. Что за фигня? Ну я думаю, тут надо совместить просто, что на одной части и то, что на другой части. Вопрос как? И обогнуть просто. Но обогнуть это борода, скорее всего, совместить.
Тут есть некоторые сложности. Оно не совмещается. Да я сейчас спать, ну, сейчас уже закругляться будем, забейте. Я уже начинаю чувствовать, что организм потихоньку глохнет. Очень хорошо. Да оно даже не то, что сливается, но видите, оно... То есть у меня на прошлой уже третья линия, а здесь только вторая, и вторая горизонтальная. Может, это как раз значит, что нам туда... Где-то рисовался. Горизонтальная, выясная, я выйти. Да, вот. В принципе, можно попробовать. Нет, там две клетки разницы. Нет, одна клетка разницы. Скорее всего, вот так вот. Коррелируется с трудом. Не знаю, ребят. Не знаю, честно. Думалка уже не думает. Можно по незаполненным пытаться, но такое себе. То есть, например, пойти вниз-вниз налево. Здесь вниз налево. Мы оказываемся. Можно было и здесь то же самое сделать. А, у меня наушники умерли. Опять. Я надеюсь, вы этого не слышите. Проблемы они уже. Все загибается. Умер монитор, умерла видюха, умерли наушники. Все приходится чинить. Переделывать. Цепи. Да нет. Короче, к старту он с прошлой остался, то есть не делать.
Давай, Хорус, пока-пока. Я стараюсь, но что-то у меня состояние такое вот прям... Бред очень фиговое. Поэтому да, мы это решаем и закругляемся. Только надо ее решить. Хватит пищать, надоел. Да я пытался левый вверх и низ справа провести по центр. И то получается. А почему не то? Да он ну, тогда типа просто центр-центр. А вниз и закорюк. Ну то есть вот типа что-то вот такое вообще. Ерунда полная. Ага, так и выходит, что самое смешное. Так выходит. Может и так выходит. Черт. Не знаю, ребят. Какие-нибудь мысли? Я пытался рисовать, непонятно, что рисовать. Ну то есть здесь же не один путь, здесь их дохрена ли он. Аж. Прости, начало ветки слева, а середина ветки справа. Ну так так и есть. Пол, кстати. Идет. Никуда она не встает, эта ветка. Она клевая, но она никуда не встает. Ребят, не хватает, у нас связи тут нет вообще никак. За ними. То есть я говорю, на самом деле, в итоге, если их совмещать, то остается. Куда ты хочешь? Ну да, и куда? Смотри, здесь вниз-влево не подходит. Вниз-влево, вниз-влево, и куда она... Да, конечно. Теоретически, да, сюда нельзя. Ну, можно, но... Они все, ну, то есть, вот у нас получится куча путей. Что с ними делать? Какой из них правильный? Один. Ну да, если ниже игнорировать, то можно в центр ее запихать, в принципе. Да, получается. Вниз. Лево. И до конца вниз. Ну, то есть вот какая-то вот такая хрень полная. Это типа. Чухня.
Мы можем взять только верхнюю, забить на нижнюю. Получится. Нижние вообще есть. Это только... Вот это тоже ерунда какая-то. Такого низа. Да ну хватит пищать. Не буду вас включать уже. Все, вы достали. Уймитесь. Если они перевернулись, то это, кстати, два раза вниз. Ну, ерунда. Она, например, может быть от самой левой. Нужно больше нефти. Она... Не хватает нефти, милорд. Запасы нефти слишком малы, сэр. Думаю. Опа, это и возможно, чирик. Кстати. Пик. Ой. Влево, влево. Вниз. Влево. Раз. Вниз. Право вниз. Левый. Песенка до конца экрана. Сколько там получается? Раз колено, два колена. Получается, и вот это тыц-тыц. Теряем. Так. Я могу ее как угодно поставить. Понять бы, куда... их длинный, но он типа полтора на взгляд и как раз встает к самой левой. Справа и наискосок налево. Каким образом? Каким образом? Если я поверну... Да, вот ее можно, кстати. Тогда получается, смотри. Влево-влево, вниз. Вправо-вверх. Вправо-вниз. Тыц. Это такая фигня. Это типа... Колено, два колена и три колена. Оп. Да. Вернутая штука. Куда нас это привело? Куда-то красная штука улетела. Пошли посмотрим. Чё, пупсы, бахнем напоследок? Или не бахнем? Не бахнуть ли нам в 4 часа утра? Да вылазь, вылезай. Вылезай, ты мой лапушка. Ты мой клёвый.
Бахнем. Я. Бах! Я! Йова! Все, ребята. Фишки-коротишки. На этом все. Это был долгий стрим. Был далеко-далек от нашего самого лучшего. Настолько же далек, как... Насколько вообще можно быть далеким. Но вы замечательные. Спасибо за то, что терпите все эти нервы, эту фигню. За то, что, несмотря на это, подписываетесь, находите возможность поддерживать, потому что 14-часовые стримы — это... Это далеко не 6-часовые. Тем более регулярные стримы — это вообще... адски тяжелая фигня. Потому что подготовка и всякая побочная хрень занимает примерно столько же времени, сколько сам стрим, как правило. Вот. Я потопал, да. Вам всем спасибо огромное.